Итак, приветствую гостей и подписчиков моего канала. Вот. Напоминаю, мы делаем универсальную печку. И вот так вот она на данный момент у меня выглядит. Вот. Что сделано? Сделана топка под масло. Вот она светится, я специально показал лампу. Вот у меня сделана подача воздуха в печку. Вот. И вот у меня сделан бункер для подачи масла. Вот так он выглядит. Вот. Не знаю, видно вам, не видно. Но думаю, что видно. Вот. От него идет подача. Вот она, подача масла, и оно вытекает на дно, вот туда. Вот здесь у нас приварен блин сплошной, щели оставлены только по надстенкой. Вот здесь выход масла, то есть низ мы можем топить маслом, в эту часть мы можем закладывать доски. Вот, ну, будет, соответственно, дымоход. Вот, и если у нас нету масла, мы можем накидать каких-то досточек, щепочек и тоже как бы топить эту часть. Вот, сейчас я попытаюсь залить вот сюда бензин. Вот, посмотреть, как она не течет у меня, как я сделал шов. Вот, ну, сделаю такой лайт-пуск, если что, сниму. Вот я запустил печечку на бензине. Вот она зашумела. Пошел выхлоп. Даже без дымохода тяга есть. Это отлично. Это отлично, господа. То есть мы идем туда, куда надо. Спасибо, что смотрите, следите, увидите ее уже готовой.